заехал на новый объект. Сегодня у меня 4 дверки. Одна Владимирская дверная компания. Эти 3 эльпорты. Я его и проверил. У эльпорты всего лишь одна идеально ровная. Остальные все хуже выгнутые. Две были вообще круглые. Я их пустил на верхушке. Наличники и доборы проверил. Вроде все нормально. Это 4-я дверь. Это будет на входную 2-я дверь. Она будет без доборов. И у нее, блин, наличники у нее. О, господи. Блин, 6 миллиметров всего лишь толщиной. Такой двери 90-й нету, поэтому люди купили 90-ю такую на входную дверь. И она, считай, не вылазит. Сейчас нужно будет с двух сторон снимать, расширять гипсу, то есть вырезать закладные, вырезать. Ну, то есть здесь будет сейчас делать, заказчик приедет и будет вырезать такую фигню, короче, здесь гипсу, вот это снимать часть. С обратной стороны, конечно, будет порнушка. Я предупредил сразу, что будет некрасиво, надо что-то делать. Здесь тоже странное какое-то открывание планирует. Выключатель на комнату, вот он. Да, все правильно. Ручку хотят сделать с этой стороны. То есть открываться будет сюда, здесь будет стоять шкаф. Не знаю, насколько это правильно и удобно. Вообще, по идее, правильно, чтобы сюда открывалось, на эту стену. Заказчики хотят, чтобы открывалось наоборот. В зал же здесь все правильно. Выключатель вот он. Также ручка будет с этой стороны, и дверька будет открываться внутрь на эту стенку. Фурнитуру всю заказчики купили пунта. И спрашивают, петли бабочки. И спрашивают, хорошие ли петли. Ну, вообще петли бабочки, я всем говорю, это какашка. Какие бы они ни были, там хоть золотые вы сделаете, это все равно петли бабочки, это какашка. Тем более эльпорта 80-ки, довольно-таки тяжелые двери. Отправил заказчика в Бау-центр, чтобы купил петли Палладиум, но Палладиум такого цвета нету, нужно белый никель. Есть только Арсенал. Ну, так себе, более-менее, ну, лучше, чем бабочки. И то Арсенал 4 штуки только в этом Бау-центре ближайшем. Заказчик поехал в другой Бау-центр купить там еще 4 штуки. Короче, сижу, жду, уже час ничего не делаю, блин, ну это жесть. Я вот не знаю, то ли соглашаться ставить на то, что купили, блин, но, блин, неохота потом приезжать, вот, когда заказчики звонят, что дверь провисла или еще что-то там не закрывается. Я не знаю, то ли ставить бабочки то, что купили, то ли сидеть ждать, пока они купят нормальные петли, блин. Вы бы как поступили? Это для чего? Какой-то странный секрет. Закончил я с подготовкой. Вырезал замки, защелки, вырезал петли, коробки все собрал. Да, понравилось мне вырезать ответки на столе. Теперь постоянно вырезаю только так. Три двери подготовил, четвертую ставил на завтра. У нее другие петли будут. Заказчики здесь не стали резать плитку. Попросили как можно дальше сместить влево. Здесь минимально 10 миллиметров закладную сделал. Ну, теоретически можно обойтись малой кровью и не срезать эту плитку. Теоретически, не знаю, что будет практически. Также здесь заказчики вот раздолбили. Ну, сверху хватает, вроде впритык проходит коробка. А здесь, а по ширине, коробка входит только без пены. Здесь вот как раз закладную сюда прикручу, и будет заподлицо с этой. И здесь также будет. А с обратной стороны потом эти багеты приклеят, и все будет красиво. Ну все, закладные приклеены, прикручены. Можно приступать устанавливать двери. Стекла с одной стороны глянцевые. Вот, здесь глянец. А с другой стороны, где? Вот, а с другой стороны мат. У хозяев спросил, как вам ставить. Они сказали, нам без разницы, как правильно, так и ставить. То есть ставлю матовая сторона наружу в коридор. Не получается не резать плитку. Здесь проем косой кривой. Вот низ. Дальше я влево не могу сдвинуть, потому что тут пол кончился. То есть вот здесь 2 миллиметра буквально добор станет на пол.
А вверху вон что творится. Сейчас еще эту досточку придется мне сбивать и сдвигать сюда вправо. И плитку все-таки придется резать с той стороны. Ну, если бы так поставить, я вообще, может быть, как-нибудь запенил. А сейчас на сантиметр сдвину, то я точно не подлезу туда. Самый быстро заработанный 2000 рублей. С шумом, но без пыли. Хотите сэкономить? Подготавливайте дверные проемы правильно. 10 минут и 2000 в кармане. Запасной диск упал с подоконника, пришлось ловить его ногой. Зато пол не повредил. Так, вчера выставил 3 дверки. Здесь потом наклеют обои или что, я только наличник приклею. Сейчас ставлю наличники на лицевые стороны, доборы, потом опять наличники на вторую сторону, потом займусь этой дверькой. Прекрасно. Довольный клиент, довольный мастер. Опять косарь премиальный. Супер. Подписывайтесь на наш YouTube канал, пишите комментарии. Живите богато, будьте здоровы. До новых встреч. Всем пока. И лайк поставить не забудьте.